Добрый вечер, дорогие подписчики, любители казахских волкодавов, овцеводства. Здесь у нас пополнение. 4 ягнята, девочки, ярочки по линии Аюба. Вот. 1, 2, 3 и 4. Дай бог, на следующий год будут покрываться лучшими нашими баранами. Их вот так отделил, чтобы там взрослые не гоняли. Там у нас фошхарчики стоят. По чуть-чуть улучшаем маточное поголовье. Вот они. Вот это прям курдюк такой большой. Несмотря на то, что это ярочка. Здесь у нас на откорме козлики, баранчики этого года. Сейчас временно с ними стоят мои два кошхара. Вот. Сегодня их соединил пришлось, потому что вот этих ярочек туда поставил. Это прямой внук бульдозера. Вот он стоит. Второй. Вот он. Тоже прямой внук бульдозера. Упитанные такие. Вот такой у него курдюк. Вот они как раз два брата стоят, у них отец один. Покрывали сыном бульдозера маток. Оттуда два вот таких вышло. Они сильно отличаются от других. Вот они такие два. На следующий год будем запускать их. Они у нас апрельские. Тот дальний 23 апреля, этот, по-моему, 13 родился. Уши длинные. Зря ухо купировал, некрасиво смотрится. В будущем таких породных купировать не буду. Просто серьги надевать и все. Вот два бульдозерских, прямые внуки бульдозера. Красавцы. Снимаю их сверху вниз, из-за этого, возможно, размер и так далее видно не будет. Если вот так снимать, смотрите, как сразу вид от... На следующий год пострижем красиво, с правого. Вручную я стриг, из-за этого чуть некрасиво получилось. А так по костяку, по форме он мне очень нравится. Очень такой мощный получился он. Тоже уши длинные, длинный формат, большой курдюк. Будем пробовать запускать в завод. Тут у нас типа Suffolk с разведения Алмазбека Садырбаева. Тоже его мы покрывали, у нас мериносов. Чем они мне понравились, у них вкусовые качества очень приятные. Как будто говядину кушаешь. Нету вот этого овечьего привкуса. Видимо, из-за этого они и ценятся в мире. Вот здесь хочу показать матерей этих двух кошхарчиков, у которого курдюк собранный. Мать вот эта, у которого вот подлиннее формат, мать вот эта. Вот она мне больше всего нравится, то, что она очень корпусная. Курдюк у него такой собранный.
очень такой. У него кличка Джейло. Я вот ее хочу, именно ее побольше брать с нее, потому что очень корпусная, очень мощная. Мне нравятся вот такие широкие форматы бараны. Не столько, сколько там рост, длина, именно вот грудь, корпус вот очень мощная. Как будто позирует, стоит. В этом году она покрылась сыном Боти. Думаю, теперь вообще гигантов даст. Здесь вот у нас еще неплохое поголовье лежит. Вот недавно вот эту овцу приобрел. Вот она. Тоже будем сейчас покрывать, смотреть. Очень крупная, очень мощная. Посмотрел ее прошлогоднего, не прошлогоднего, этого года ягненок, 28-го родился. Впечатлил, конечно. Вот такая маточка. Поголовье арашанов потихоньку собирается.